Хочу вместе с вами начать этот торжественный день вместе с моими коллегами из еврейской капеллы под руководством Цалюка обращением слова о мире. Шалом алейхем. Я бабай,
Шаббат, ветен шалом, баир Иерушалаем, даруй мир и шаббат на святую землю Иерусалима. Солист Гия Пишетишвили.
Торжественный фрагмент богослужения, который поется именно в момент записи, окончания записи Торы, «Ки Мицийой», солист Михаил Чесноков. Oh,
Шалом-Алам. Я думаю, что все вы знаете эту мелодию и сейчас подхватите ее с нами вместе с огромным удовольствием. Адон Алам. Boa!